Шесть повреждений за 5 лет произошло на участке сети по улице Энтузиастов. Его теплосетевая компания взяла в работу уже 27 марта. Здесь живут 45 тысяч горожан, поэтому ремонт просто необходим. 155 метров сети планируют доделать уже к 1 июня. Кроме энтузиастов, специалисты сейчас меняют трубы на Покровской и проспекте Космонавтов. Но планы на весну и лето не ограничатся только этими территориями. 44 участка мы в этом году ремонтируем, модернизируем, реконструируем. Еще у нас 12 километров мы планируем в этом году построить сетей. У нас большие планы по строительству. Это к речному вокзалу мы потянем сеть. Квартал Шотландия 2036, 6-я Нагорная. Глава Барнаула отметил, что отопительный сезон близится к завершению, поэтому пришла пора готовиться к новому. Вячеслав Франк поблагодарил горожан за терпение, ведь без аварии обойтись не удалось. Более 3 миллиарда будет вложено в году в данном направлении, в этом году. Вообще это система. Здесь еще раз спасибо губернатору, что мы работаем системно, с понятными объектами, с понятными графиками. В этом году у нас большое количество ремонтных работ. Вообще участков более 200. Но в этом году такие у нас объективно, которые требуют особого контроля, в рамках программы концессионных соглашений, которые делают тепловики, это 83 участка. Кстати, именно при поддержке Виктора Томенко в свое время было подписано концессионное соглашение с СГК. Всего в городе 1700 километров теплосетей, так что работы достаточно. Но главная задача и власти, и специалистов теплосетевой компании – завершить работы в срок и спокойно войти в новый отопительный сезон. Татьяна Голубева, «День с толком».